Бонджорно. Бонджорно, сеньорито. Бонджорно. Come stai? Bene. Стаканы. Вы любите итальянскую кухню? Обожаю. Какое блюдо полезно для фигуры? Итальянское блюдо. Самое полезное итальянское блюдо – это зитти. И сейчас мы его приготовим. Отлично. Зитти – это по-русски женихи. Вдвойне прекрасно. Да. Что должно быть интересно особенно. Итак, зитти. Сперва готовим соус, ибо соус может подождать, а паста – никогда. Дементий, соус. Основа соуса – резанные томаты. Итальян, стопроцентный итальян томатос. Но начать надо с лука и чеснока. Для приготовления понадобится две луковицы. Добротные, хорошие. Лично я предпочитаю красный лук. Он как-то слаще, приятнее и вообще. Для нарезки итальянской еды лучше всего подходят японские ножи. Фирма Касуми снабжает нас замечательными ножами. Естественно, в итальянском блюде всегда необходим чеснок. Тут можно рассуждать бесконечно, сколько надо. Я считаю, не менее 3 зубчиков. Приступаем к обжарке продукта. Разогреваем. Нам понадобится примерно пара ложек оливкового масла. За неимением оливкового можно пользоваться и подсолнечным, но в традиционном рецепте оливковое. Дементий, перец. Не помешает болгарский перец, добавленный в наш чудесный зитти. Дементий! Мешай. Для дальнейшего наполнения нам понадобится колбаса. Можно взять чудесную итальянскую, за неимением итальянской можно взять испанскую, приготовленную, конечно, в России, за импортозамещение. Добавляем чудесно нарезанную колбасу. Главное в приготовлении еды, в том числе и итальянской, не жалеть хороших продуктов. Лук хороший, чеснок хороший, колбаса хороший, женщина хорошая. Ну и, конечно, никакое итальянское блюдо немыслимо без томата. Томатная паста не совсем, конечно, такая, как у нас, но тоже хорошая итальянская. И ее мы и добавим. А пока соус зреет под руководством Дементия,
можно ставить воду для пасты. Зити, берем 500 грамм, а это значит, нам понадобится 5 литров воды. У нас для этого есть специальная итальянская кастрюля. В ней у нас как раз 5 литров, уже изрядно подогреты. Кипятим. Соль по 10 грамм на литр. Для готовности альденте 10 минут варим. Ну и пока соус доходит, необходим как черный, так и красный перец. Дементий, освежи-ка. Кто меня домой повезет, б***ь? Да сейчас расслабится. Чё ты стоишь? Пармезан 3, ёлы-палы. Работает человек. Да. Зити готовы. 10 минут альденте. Сливаем. Минуты еще есть? Дементий! Вина. Неплохо. Итак, зити сварены, соус готов. Даем легкий слой соуса на самое донышко. Многие могут нас обвинить в том, что в тот раз делали так, а в этот раз делаете эдак. Объясняю для тупых. Как хотим, так и делаем. Главное, чтобы получилось вкусно. А вкусно у нас получается всегда. Даем слой зити. Дементий, моцарелло. Чудесная моцарелла Макси пер капрезе. Налицо импортозамещение. Дурацкие итальянские шарики заменены чудесной русской колбасой.
Дементий, рикотта. В Италии нет сметаны, рикотта. Рикотта. Вернись. Другое дело. Рикотта. Творожный сыр. Легкий. Чудесный. Итальянский. И снова наш чудесный соус. И снова зити. На этот раз все. Сверху снова соус, который не следует жалеть, ибо он прекрасен. Впрочем, как и все, что мы делаем. Ну и на финише пармиджано реджано, который тоже не следует жалеть. И вот мы уже фактически в финале. Следует раскочегарить духовку, включить на 180 градусов и прогреть. Продукт готов к постановке в печь. Ни одна итальянская еда не обходится без базилика. И в прошлый раз нам делали замечание о недостаточности базилика. Базилик у нас что-то загрустил. Базилик ты мой опавший, весь позеленевший. Что висишь уныло? И в штанине левой. Ну, его можно бросать внутрь, можно бросать снаружи, кто как любит. Я небольшой поклонник базилика, но для аутентичности не помешает. Продукт закрываем фольгой, потому что сначала он должен готовиться не под прямым жаром, а под фольгой. Сажаем в печку. За кулинарный успех. Белиссимо. Магнифиченто. Перфекто. Как говорится, всяко бывало. Так хорошо. В первый раз. Что я могу сказать? В прошлый раз нас попрекали, что сметанная.
в Италии нет. И нужна рикотта. Были абсолютно правы, но дело не в том, что есть в Италии, чего нет в Италии. Дело в том, чтобы тебе было вкусно. И со сметаной получилось отлично. И с рикоттой получилось великолепно. Просто немножко по-другому. Очень, очень вкусно. Что вам сказать? Среди итальянских блюд для фигуры лучше Зити, наверное, ничего нет. Достаточно посмотреть на Монику Белуччи и убедиться, что она непрерывно употребляет Зити. Она прекрасна. Чин-чин.